Объем производства обрабатывающей промышленности составил 1,5 миллиардов тенге. Объем отгруженной медно-молибденовой руды за январь-апрель 2022 года составил 177,7 тысяч тонн на сумму 917,7 миллионов тенге. Объем валовой продукции сельского, лесного, рыбного хозяйства 7,2 миллиарда тенге. Приоритетом в районе является развитие малого и среднего бизнеса. За январь-апрель 2022 года реализован убой всех видов скота и птицы в живом весе 3,8 тысяч тонн мяса, молока, 10,5 тысяч тонн яиц, 1295,8 тысяч штук. Поголовье сельскохозяйственных животных всех категорий хозяйств на 1 мая составило крупного рогатого скота 70,6 тысяч голов или 107,5% к соответствующему уровню прошлого года. Выделены средства на продолжение строительства 45-квартирного жилого дома в Ерейментау. В этом году также будут затронуты вопросы водоснабжения. Зеренбек Калиева, Александра Гауэр, Жансулы Жинку, Медет Каэркенов, Кокши Ахварат.